И, честно, я сейчас уже больше не буду с ним его уже переусердствовать, потому что сейчас должен педагог, она сказала, без 15, 5, 5. Мне кажется, это не она. Вот, поэтому... Ну, встряхнулись немножко. Да меня выбило из колеи, честно говоря. Я так 2-3 дня, я еще, по-моему, в субботу или с воскресенья, я как-то начала немножко у него выступить слюна, как типа утром бывает, как типа сопли, да, вот эти собираются. Я даже Андрей так, типа, что он уже успел прихватить, что ли? Ну, может быть, он сидит за партой. Правда, мы парту вытираем антибактериально такой спиртовой салфеткой. Ну, мало ли, да? Я говорю, ничего, неужели опять успел прихватить? Ну, вроде так как-то, типа, мимоходом. А когда сегодня все-таки психолог сказал, что она заболела, то есть как-то меня, конечно, такие вещи всегда выбивают из колеи очень сильно. Я быстро как-то, знаете, вырубаюсь. Вот, поэтому как-то стало уже сейчас... Ну, смотрю, нет, у него нет ни температуры, ничего. Он вроде как бы... И по характеру такой, по... просто сегодня варё... ну, варёная и я сегодня, если на то пошло, я сегодня тоже вся какая-то не варёная, прям не в состоянии. Может быть, это просто на самом деле с погоды, потому что видите, что творится. И там получается, я не знаю, то ли потепление, то ли похолодание, пока не пойму, в чем прикол. Минус 11 уже показывает, то есть я так понимаю, с утра вообще минус 20 было. Сильное похолодание так получается. Она сейчас должна нам педагог уже подойти. Мне кажется, может быть, от этого. Но я открыла потом окошко, мы как-то немножко продышались, пока сидели на кухне, пообедали. Поэтому сейчас пускай немножко поиграет. И будем уже математика, русский. Я уже приготовила все уроки, книжки, чтобы она пришла позаниматься. Занимаемся мы сейчас на кухне, потому что, ну, всем так удобнее. Здесь нормальный стол, нормально, типа, как бы можно сесть место. Я разобрала сейчас всю посуду свою, все по местам поставлю, может быть, чайник все попить. Какой такой, в общем-то, я сразу себя поломала, то есть как бы сначала они меня с Мишей немножко перешибли, когда они начали говорить, что типа Миша не придет. Я говорю, а почему он не придет, да? А нет, там типа у него свои проблемы какие-то там по дому. Мне как-то первая мысль, думаю, ну неужели, типа, ну мало ли, они же ходят везде, может, где-то захватили, прихватили, может, от кого-то прихватили, да? А, вот. То есть, типа, как бы здесь никто ничего не гарантирует. Но, с другой стороны, сидеть тоже дома невозможно. Я не могу его посадить. Это получается вообще никакой не социализации, ничего. Если я его без школы сейчас вообще буду держать, то потом дальше что будет? Я уже так головой понимаю, что мы уже пересидели. И когда надо было, например, ему переболеть ветрянкой, у меня были то реабилитации, то были у него улучшения какие-то физические, то была эпилепсия. А вот сейчас уже все-таки 11-й год, и мы еще не болели ветрянкой, то есть тоже это не есть хорошо, ему надо переболеть, да, такими болезнями детскими, которые по-хорошему надо. Поэтому в школу не водить, это тоже не вариант. Единственное, что просить, чтобы наверх поднимали, что, мы вот ему здесь неудобно сидеть. Но здесь тоже такая палка о двух концах, не нравится, идите в гармонию. Потому что, типа, все должны в коррекционной школе. А коррекционная у нас только школа 8-го вида здесь всего лишь одна, да, вот так вот. Ну, по-моему, есть по слуху там что-то по речи. Но по слуху, по речи нам они же не ставят диагноз, они же нам ставят как опорно-двигательный. Поэтому опорно-двигательный идет туда же в гармонию. И все. Поэтому у меня голова сегодня на бекрень. Мысли вообще уходят. Ну, так два раза, по-моему, уже. Нет, один раз померила температуру. Так я его слушаю, чувствую. Ну, вроде бы нормально, ничего. Посмотрим. Может, просто погода, потому что я вот у меня зевота постоянно. Кстати, спасибо огромное, что вы мне подсказали. Вот, пришел наш педагог. Ой, так, потом поговорим. 20 и 10. Начинаем с 20. 20. Вот. Теперь вот я услышала. Чуть-чуть. И последнее. Начинаем с 14. 14. Больше 19. Больше 19. Хорошо. Так, дальше. Нас просят решить примеры. Это примеры, мы все проходили. Значит, ты сейчас смотришь, как?
В книге, как мы проходили там. Ты смотришь, например, Ярослав, смотришь, например, складываешь его или вычитаешь, не знаю, говоришь мне только правильный ответ. Ты можешь посчитать. Вот он, 17 плюс 1, давай. Так, следующее. 4. Ты ответ сказал? Где он? Покажи его. На числовом ряду. На числовом ряду покажи. Ага, молодец. Хорошо. Теперь на вычитание. Я понимаю. Молодец. Все высосишь сначала. Так, второй столбик, первый пример. Давай, теперь на вычитание. Ну-ка. Звук. Какой? Глухой. А как мы проверяем, звонкий звук или глухой? Звонкий. Куда прикладываем ладошку? Ж, 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 ж. Ну так, сильно не балось. А глухой? Да? Угу. Так, хорошо. А вот теперь давай... Все, руку убирай. Руку убирай. Прочитаем парами слоги. Наша задача прочитать парами слоги с этими буквами. Давай. Жа. И? Ну, вот здесь. Жа. Второй. Ш. Не. А. Ш. Ну, давай звук пошипим. Ша. Так, здесь. Уже не получается. Звук не у него не получается. А ну Ж, давай. Жо. Ну не выходит еще. Это сложные звуки. Ж. Сложные Ж. Звуки. Ну, пробуй. Не, ну не так, не так ты балуешься. Ж. 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 Хорошо, давай здесь. Угу. Хорошо. Ну вот эти вот тяжело пойдут. Итак, это еще у нас одна пара. Парные согласные по глухости, звонкости. А не пара. Ж звонкий звук. Ш глухой звук. Так. Ну давай попробуем вот здесь прочитаем чистоговорку и выберем нужную букву. Мы с тобой уже давно такое делали. У. Нет. И дальше ты не торопись, посмотри на это слово и подумай, какая буква здесь нужна. Сначала попытайся прочитать слово по одной, какая же буковка должна быть тут. Ой, ну и теперь слово прочитай. Не сломай палец. Да, не сломай. У Жени. Да? Что у Жени? Шишки. Давай, дальше. У Шуры. Дальше, четче. Ну, в это можешь лэ и у вместе? И дальше конец. Д и И вместе. Жо. А теперь покажи мне, где Женя с шишками, а где Шура с желудями. Если честно, ничего никак не пойму. Сейчас Яра. Сейчас. Яра пока там сидит, я сейчас хочу ему сделать. Он попросил кушать. Позанимались, педагог ушел. Мы вчера брали творожную массу, 16,5%, но он такой жирный. Сейчас хочу бананом соединить. Не пойму, хотела выйти гулять. У меня показывает градус, как он уменьшается. Я его отодвинула. Может быть, ему от квартиры тепло. Он показывает 12. Такая разница же не может быть. А у меня то, что по прогнозам, там стоит минус 27. 19. То есть 19, и уже над минус 27. И вот где правда, я не могу понять. Если честно говоря, какая на самом деле сейчас температура на улице. А у нас еще, по-моему, где-то должен быть домашний градусник. Может быть, я сейчас вынесу его на балкон, там поставлю, посмотрю.
что он там мне покажет градус. Я даже не знаю, идти, не выходить, не выходить. Поэтому я так понимаю, что я сегодня целый день как вареная курица. Мне прям вот спать, у меня никогда такого не было. Но мы, правда, позанимались хорошо, все равно мы сделали этот. Сейчас хочу еще с ним немножко буду подключать. Здесь, ну, здесь мало, здесь надо ехать туда. Но у нас никак пока не получается поехать, чтобы забрать оттуда все. Хочу подключать все-таки развивающие занятия. Я думала, я их взяла, книги. Но получилось, я всего лишь взяла пару карточек. Ну, буду пробовать через хотя бы карточками. Не знаю, сейчас посмотрю, сколько на этом градуснике. На этом градуснике 25. Дома тоже 25. Вот сейчас я попробую, поставлю здесь на улицу, на балкон. Посмотрю, сколько на балконе поставится он у меня. Что он пока? Кстати, я вот давление, не знаю, у меня привычка осталась. Вот еще с маминой болезни. Я давление себе, ну, очень часто, когда проверяю, мониторю. Хорошо, ну да, напишите, правильно, неправильно я делаю. Мне кажется, правильно. Сейчас поменяю. Сейчас еще пока не подскажу. Жду пока. $130 на $85. Немножко повышенное. Я сейчас попробую по-другому. Сейчас буду помолчу и вот так чуть повыше. Садись, Яр. А, вот как объяснить это? Я вот вроде бы просто чуть-чуть повернула капельку, но вот посидела, видите, оно уже пониженное получается, да? Посидела, помолчала. Как их определять, правильность? Ну вот оно как-то среднее, да, я так понимаю, осреднять что ли надо. Почему-то я всегда думала, что электронный, как бы, что вот он померил, то оно и правда. А получается чуть вправо, чуть влево, чуть вот выдохнул, вдохнул. Ну, в принципе, так оно в норме, просто быстрее всего. Но на градуснике минус 12. Вот не знаю. Яр, давай, вставай. Яра. Яра слушает тут. Мы сейчас Яру, я делаю тут ара, и мы сейчас здесь покушаем немножко, с ним перекус. Вот банан с этим. Просто решили здесь, он попросил, ну, чисто из-за того, чтобы еще и в тут ара. Давай, садишься? Давай, Вертикализаторы. Постоим? Где у нас этот мультик? Капельку. Опять. Давай встаем. Давай, 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 давай. Опа! Давай попробуем. Три. А. Да. Нам обед сейчас не нужен. Там у короны есть.
Гречка есть, довга есть, пускай приходят и доедают все, что есть. А то мы им целый день с тобой готовим. Давай, ну, выпрямляй спину. Еще. Я спину распрямляю. Еще распрямляйся. Распрямляйся, распрямляй, распрямляй. Еще. Еще. Яра, спину распрямляй. Еще. Ставь ногу. Вторую ногу сюда ставь. Яр, спину распрямляй. Держи свою спину. Еще. Яр. Яра. Хорошо стоишь, только не ложись, подожди. Не облокачивайся на него, чтобы я могла его аккуратно открутить. Отцепись от него руками. Я руку отцепи. Не держи. Я вот просто держись вот за этот. Я голову. Че ты как этот? Ну что, мы будем постоянно теперь стоять, значит, раз ты так паниковать опять. Что у тебя? Выпрямляй спину. Не ложись, я тебе сказала, сейчас это перекладина выпадет. Какое? Гулять? А? Сколько стоять? Ну, немножко постоишь, капец. У меня палец. Так я ломаю ногти. И также я ломаю на ногах, на пальцах. А когда я с Яськой выхожу, он мне наступает. И моя вся обувь, поэтому никогда не беру себе недорогую никакую. То есть, как бы только если дорогой, беру только на скидках. Потому что мы всегда с Ярой ходим, а когда с Ярой ходишь, хочешь не хочешь, он обязательно наступает на ноги мои. И белые кроссовки у меня уже через месяц, они становятся далеко не белыми. А обувь. Что профессиональное, что нет. Я даже брала рюкзак дорогой. В прошлый раз в поездку думали, что ну вот хороший возьмем какой-то. Вот выкинули на мусорку. Он просто весь разломался. А. Все, Маня, давай, держись. Становись, не теряйся. Давай, 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 давай. Еще. Вторую ногу. Во. Выпрямляйся. Еще. Потом сейчас пойдем погулять. Хотя можно было, наверное, пониже, да, Яра? Нет, нормально? Выпрямляй спину. Яр, спину распрямляй. Спину поднимай. Поднимай, поднимай, вставай ровнее. Еще. Яр. Не надо, Лика, ты знаешь, я не люблю, когда ты этим взглядом на меня смотришь. Выпрямляешь голову. Не надо несчастного себя строить, у тебя все хорошо. А. Выпрямляйся. Еще. Еще распрямляйся. Еще. Не надо глаза закатывать, ничего с тобой не случится. В крайнем случае упадешь. Вот так вот, хоп. И все. Поэтому ставь обратно. Видишь, никогда не упадешь. Спину распрямляй. Яр. Не подскакивай. Спину распрями. Еще. 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 Вот. Красава же. Все какой хороший мальчик. Распрямляйся, распрямляйся. Не бойся. Сейчас я тебе кое-что покажу. Сейчас мы с тобой кое-что сделаем. Распрямляй себя. Сейчас пойдем гулять. Что сколько? Сколько стоять? Немножко. Давай, выпрямляй себя. Выпрямляй еще. Яр.
Давай, еще. Еще. Называются рабочие моменты. Вот так вот мы... Потом как-то пока отхватает, это опять привыкнет. Давай. Еще. А, делай. Распрямляй руки, раскрывай. Отпускай руки себя. Не ложись. Стой ровно. Еще. Голову поднимай. Смотри. Давай начнем с самых-самых простых. Мне кажется, у тебя получится. Всего 4 кубика. Выложи вот такой вот. Вторую руку ставь. Води. Угу. Дальше. Угу. Аккуратно. Яр, ты не поставил. Яра. Угу. Проявляй себя. Угу. Последний. Давай. Еще. Еще. Яр, выпрямляйся. Яроль, спину. Спину. Еще спину. Яр, еще спину. Яр. Ты меня не слышишь? Так спину выпрями. Руку поставь. Спина где твоя висит? Спина течет. Спина висит. Давай. Яр, давай. Я поняла, я тебя отвлекла, ну давай. Ты правильно сделал? Яра. А? Да. Ты вот это считаешь нормально? Ты правильно поставил? А, для кого ты? Кого ты ждал? Давай. Теперь правильно. Теперь давай. О, разворачивай сюда красным. Ну, выстрой такой вот с этих же, выстрой сюда ряд. Давай. Все, умничка. Молодец, смотри на меня. Получилось? А. Все, сейчас. Сейчас мы с тобой все уходим. Ну так вот получается, не знаю, посмотрим. Может, что-то предложите нам еще какие-то умные задания, потому что, в принципе, получается, ну, все по чуть-чуть он все делает. А в общей куче. Попробуем еще, что еще надо. Пишите свои, да, эти советы, какие еще упражнения ввести, потому что мне надо включить левое полушарие, что надо для этого. Потом, как бы, сяду конкретно попишу еще, что мои мысли по поводу этого полушария. А, кушать? Клей? Тортик делать? Ну, не сейчас. Ты вот научишься стоять хорошо, вот я тебя буду ставить и будешь делать тортик. У меня на кухне вот стол у тебя, и будешь готовить там. Угу. Ну, чтобы я тебя не держала. А потом будем тебя разворачивать, ты будешь просто прикрепленный стоять к столу и можешь стоять в раковине мыть посуду, кстати, сам.
Просто научись вот так стоять хорошенько. Вертикально, вертикально. Угу. Да-да-да, пирожок. Нет, язычком. Все только давай языком. Разговаривай со мной только языком, пожалуйста. Что? And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Baby, it's time we got out. Run underneath the rows of trees, and we'll see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows, you are ready for a different kind of life. Shining forward, the wind is calling, you must return to the wild. Не снимай ничего, сейчас отсоединяешь, ты упадешь. Выпрямляйся. На, сложи в коробку эти квадраты. А я пойду сейчас вещи приготовлю. И мы с тобой пойдем, блин, хотя бы 5 минут выйдем. А там уже, конечно, минусовали. Ну, хоть на 5 минут. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rose of trees. Ты все спишь. Ты моя кошка, ты такая моя кошка, она все время весь день спит. Ты такая кошка, она у нас постоянно спит. Она такая сонная стала, Сонька. Все, мы уходим. Молодец, умница. Не отстегивайся сам. Ну ты моя солнышко. А ты не отстегивайся сам. А ты моя солнышко. А ты не отстегивайся сам. Нельзя самому отстегиваться. Стой еще, у тебя время. Ты моя сонечка. Моя красивая косочка. Ура. Моя косочка. Ты не отстегивайся сам.